смотрите, какое красивое. Обзор отеля Ценгер. Такой маленький отельчик, знаете, ну 5 звезд, все включено. Тут барчик у нас. Алкоголь для любителей. Идем купаться. Это первый заход. Обзор отеля Ценгер. Посмотрим обстановочку. Фу, жарище у нас, 40 градусов сегодня. Все так спокойно, хорошо. И главное, детей я заметил меньше. Вот как-то, ну, более он на взрослый контингент рассчитан, может. Тут у нас мороженое днем дают. Такой маленький отельчик, знаете, ну 5 звезд, все включено. Все равно чувствуется немножко, да, здесь 5 звезд. Я говорю, все спокойно. Детские бассейны присутствуют. И две горочки. В принципе, они все похожи, отели. Там у нас тренажерка есть еще. Зайдем внутрь. Маркет какой огромный, текстиль турецкий, сумочки всякие. Сейчас, ребят, ресепшн вам покажу и идем на пляж. Тут барчик у нас. Алкоголь для любителей. Тут кальян можно заказать. Фреши делают. Короче, все для жизни надо, ребят. Все для жизни. Еду я вам не стал показывать. Вы же прекрасно понимаете, что вся она тут в Турции в основном одинакова. Не включая, ну, премиально. Есть там отели, очень. А так вся похожа еда. Зеленая территория есть, чтобы расслабиться. Так что вот так, реп. Давайте, оставайтесь со мной, идем на пляж. Посмотрим пляжик. Этого отеля повеселее, да, обстановочка? Тут у нас разделяются два пляжа.
получается. Барчик. Я думал, я тоже говорю барчик так. А ноги. Бунгало у них есть, да, как культурно. Бунгало, как относится к бунгало? Бунгало, наверное, классные, да? Море у нас, смотрите, какое красивое. Блин, прям прозрак. Идем купаться. Это первый заход. Как-то высоко. Прыгать пока не будем, ребят. Парное молочко. Ну не, похолоднее, чем вчера. Зелька у нас заходит в воду. Наш мастер по плаванию. У меня все, тут крем не остался. Раз, два. Подожди, на меня посмотри, такая я буду типа плавать. Давай на меня сначала. Давай ж прыгать.